Охуенно. Охуенно? Да, да, охуенно. Охуенно. А, спасибо. Ладно, вырежешь, короче. Друзья, добро пожаловать на улицу Разврата. Банглару, Патон, Пхукет. Здесь поселился Содом и Гоморра. Привет. Секс-шоу, секс-шоу. Вот, секс-шоу, ноу, ноу. Отпустите. У нас свое секс-шоу, а у них свое. О, красавица какая. Что в России минус 10, минус 15. А еще мне воспоминания, я же здесь третий раз уже. Третий раз, есть чем сравнить. Все так же осталось. Пойдемте, пройдемся, потрогаем рукой водичку. Ночью здесь не купаются, всякая гадость выплывает. Хищная и ядовитая. Поэтому просто подышим морем. Более крупный на Волге. А здесь такой. Ну, у нас же тоже неплохо. Степанят. Наташа, Степанята Тревел, Наташа, Степанят Тревел, Вова. 30 дней мы здесь будем. Смотрите, здесь мы проедем все. Вам понравится, мы обещаем. Будем стараться показать вам все подробно. Будем стараться быть максимально полезными для вас, чтобы вы приехали на этот остров уже готовыми. Стараемся дать вам море, море информации. И вот это море, которое сзади нас андаманское. Пишите комментарии, задавайте вопросы, на все ответим. Посмотрим, что здесь продают. Ой, вы бы знали, какой тут запах. Как я его не люблю, этот запах вкусный. Какая гадость, это ваша заливная рыба. О, рыбка, рыбка. Мангустины Наташина нашли любимые. 200 бат стоит. 200 бат. Мангустинчики вот побольше. Ред окунь. Ну, сам тебе по-русски все скажешь. Лангусты это, да? А, лангусты. Вот лангусты, красный окунь. Креветки. А, кальмарчики. Кальмары. Да. Креветки, чесноком. Хорошо, не пару, хорошо. Ну, да, наверное. Гуще вкусно, не вкусно, не пейманы. Хорошо. Не вкусно, нету вани? Не вкусно, не пейманы. Вот смотрите, здесь можно прямо взять свежие рыбки или морепродуктов, вам тут же сготовят, и вот здесь можно сидеть кушать. Что за шашлык? Из чего? Федюнчик, а там что такое? Чикен, порк и биф. Почки заячьи верченые, головы щучьи с чесноком. Биф, говяжий. Да, порк, свинина. Свинья, да. О, свиные шашлычки. Я за два дня уже из России приехал, соскучился. Заморская икра, баклажанная. Давай возьмем, попробуем. Это бекон, а это ребрышки. Курица, ячки популярные, сердечки. А, сердечки, понятно. Это вот типа креветки.
они очень невкусные, вообще их не советую брать. Да? Они дешево стоят, похожи на креветки, но это нифига не креветки. И стоит все это удовольствие 50 бат. Это есть Паттайя, да? Да. Охуенно. Охуенно? Да, охуенно. Охуенно. Да. Спасибо, thank you. Кляри, рыбка, чикен. Вот это уже более на европейскую кухню похоже. Все по 100 бат, смотрите, по 100 бат. 50-100 бат, в принципе. Ночной рынок — это для тех, кто хочет подешевле покушать. Ну и, в принципе, очень вкусно. От многих слышу, брезгуют, что они перчатки на не одевают. У нас ну, надел. Ну вот смотрите, кальмары, говядина, крокодил нарисован, крокодил, олень откуда тут взялся, не знаю. Все собаки, короче. Ну понятно, чикен, курица и свининка. Да, свинина. Вот, свинина, да, Бор? Сколько стоит? 50 бат? Да. 50 бат. Одна палочка, да? Да. Одна палочка. Ну давайте мне one chicken, one pork. Наташа хочет рыбу, а я что-то захотелось места мне поесть шашлычного. А вот это? Тоже чесноком. Смотрите, какой красивый, красивый, красавчик. Красавчик. Ух ты! Если хотите, друзья, вам тут сразу приготовят. 50 бат вот один такой стоит. А вот это одна? Одна штука. И тогда одну такую. И объемся. Окунь, кальмара, еще и что? Креветку одну. И одну креветку. Чесноком. Чесноком, да? Да. Нам пожарили быстро две шпажки с шашлыками, один чикен, один свинья, порк. Сейчас попробуем. Это вот соус. Друзья, это бомба. Несмотря на то, что это выглядит очень страшно. Это не выглядит страшно? Нет, выглядит процесс приготовления. Антисанитария или что-то в этом роде. Руки без перчаток там. Но не бойтесь отравиться, здесь все очень свежее и вкусное. Я себе решила заказать осьминога и кальмара. С этим чесноком, в общем, обещали, что это будет вкусно. Сейчас буду прямо при вас пробовать, первый раз. Нет? Супер. Осьминог. Описать сможешь словами? Нет. Радужный, неповторимый вкус, скажи. Чесночный. Чесночный. А это что такое лежит у тебя? Это окунь. Тоже поджарили? Тоже, да. Панировочными сухарями? Ну, выглядит аппетитно достаточно. Ты мне будешь помогать, я все не съем одно. Хорошо. Сейчас бы супчику горяченького, да с потрошками, а? Не стоит гостям бояться и брезговать ночных рынков. Нет, не стоит. Все свежее. Я бы сейчас с большим удовольствием бы щец навернул. Да? Ага. Друзья, смотрите, мороженое знаменитое тайское. Я заказал себе киви, манго. Сейчас на ваших глазах мне вот этот паренек симпатичный его сделает. И пошел процесс. 100 бат. Это 200 рублей. И вот он начал делать. Смотрите, какой красавчик. Вообще. О, супер просто, огонь. Сон, чокорет, карамел, клубника. Клубника. Окей. Клубничкой сейчас еще приправим. Thank you very much. Прелесть, друзья, просто огонь.
выпуск, пишите комментарии. Ставьте лайки, либо дизлайки, если не нравится. Ты наелась? I'm full. Рыбка зашла, мороженое зашло, пиво чан Наташи тоже зашло. Все супер, друзья. Не прощаемся, смотрите следующие выпуски. Там еще будет просто бомба. Бомба там еще дальше будет. Чао, какао.